Гам и там еще будут бирюлины, Кеша, Анфиса, Катя, Андрей. Ага. А я провожаю своих друзей. А на самом деле меня вызывает наш инструктор по походу на Жижабок. Это когда мы идем на Саяна, и у нас там тусовка, и поэтому мне сказали срочно там быть, чтобы соответствовать уровню группы, которая пойдет с нами. Мы сейчас едем в Лосево, и мы... Ну вот, мы идем по городу Кронштадту, и местные жители, которые гордятся постройкой этого собора, вот расскажут немножко историю. Вот построен еще до революции, всем миром собирали деньги, вот в память о погибших в боях. Моряках, да? Моряках, да. Ага. Там внутри на стенах, вы видите, доски эти знаменитые, вот с фамилиями знаменитых мореплавателей. Понятно. Потом он одно время, в советское время, его использовали как кинотеатр, перекрыли, сделали перекрытие, там была отвратительная акустика, сейчас идеальная акустика. Идеальная акустика, да? Да. Ага. Ну, он напоминает внешне собор Айя София в Стамбуле. О, ничего себе. Да. Ну, конечно, меньше только, да? Ну да, немножко меньше, так чуть. Три. Мы сейчас пришли в собор, и он был построен 110 лет назад. Да. А вот когда я родилась в 2013 году, там его установили, и мы теперь в него ходим. Это что, самый большой в мире собор? Нет. Нет? Это а морской собор? Это морской собор. Это действующий храм. И мы сейчас пойдем внутрь. И вход без маски запрещен. Ира, ну как? Я хватит, давай. Скажи, красиво? Что? Как тебе? Этого собора, он Никольский морской собор называется, и освящение этой иконы передал местный настоятель. Мы эту икону довезли до Таркиды и вручили местному приходу, который на станции Беллингаузен находится. Я очень рад, что посетил это место, что мы тоже не просто так. Очень удивлен, что в морском соборе я увидел свою дипломную работу по этой лодке. На своем факультете я писал дипломную работу по силовым агрегатам. И я очень удивлен, что я увидел ее в морском соборе православном. Вот он находится. Это Бородино, и оно участвовало в войне с немцами. С японцами? С японцами. В каком году? 1905 году. 1905. А мы же находимся в церкви или в музее? Где мы находимся? Мы находимся в церкви, и тут музей. Что ты хотел для этого?
еще был Андрей первозданный. И этот... И он разрушил все это здание. Сейчас мы находимся. Здесь довольно красивенько. Снаружи он выглядел еще красивее. Ну, я сейчас на потолок посмотрел. Ну, тут как бы тоже красиво. Пока мы будем до... Пока Зося приедет уже с своего вокзала, мы пока будем искать статую Крузенштерна. А это кто такой? Это Моргенштерн. Подожди, Крузенштерн или Моргенштерн? Крузенштерн. Он открыл Антарктиду, а мы туда едем, потому что папа... Расскажи свои отзывы о посещении Морского собора. Там утка. Ну да, утка. Вот такие здесь. Красиво. Все. Мне понравилось. А что понравилось больше всего? Вот, мы сейчас едем к Моргенштерну. Биллингаузен. Вот. И мы к нему приехали, потому что папа прошел по его пути к Антарктиде. И, он первым открыл Антарктиду. Первым открыли русские. И папа поставил такой же памятник в другом городе. А, ну, вы все правильно сказали. Вы прошли по пути Фадея Беллингаузена из Ушуаи, с Аргентины. И приехали туда и очень удивились, что там весь мир считает, что Антарктиду открыли англичане. И чтобы исправить вот этот косяк, который там против России идет, мы установили в точь-точь такой же памятник. По крайней мере, деньги уже собраны. Это с Макаровским училищем. Собирали всем миром. И на центральной площади города Ушуаи, это самый южный город Земли, Аргентина, подобный памятник будет стоять. Так что мы тоже внесли какую-то свою лепту, прошли через пролив Дрейка, вышли на станцию одноименным названием Беллингаузен. И я горд, что мы совершили это год назад вместе с ребятами из Макаровского училища, с проректором. Так что... А еще вы знали, что облакачивается он? Он облакачивается на Землю, а Земля вверх тормашками. И он облокачивается на... Материк? На материк. Какой? Мореплавающий. Антарктида? Антарктида. Материк Антарктида. Вот, действительно, я даже не видел этого. На самом деле, вот такие моменты интересные. Моя дочь рассказывает. А вот еще кадр не попадало. Смотри, кто с нами едет. Этот... Завтра будем колбаситься вот здесь. Смотрите, какой этот порог, жандарм. Вот. Приехали мы почти уже к себе. Маленький волк. А это Зося. Вот там маленький волк. Ну что, Зося, идем в поход? Я не знаю. Не знаешь? Нет. Все так непостоянно в этой жизни. Ну, главное, что ты добралась. Все уже, давай, иди работай. Все, все.